Привет, ребятки, с вами Макс. В этом видео я покажу, как сделать механический пулемет в Minecraft Pocket Edition 0.14.0 Build 3. Вот как выглядит эта постройка. Нам только поставить и смотрите. Пулемет и стрелка. Много стрел. Ну все, кончилось. Ломаем. И все-таки, как же построить этот... Как же построить механизм? Давайте же приступим. Ставим два вот таких блока. На них ставим редстоун вот таким образом. Ставим два вот этих вот красных факела. Хотя лучше даже рычага поставить. Вот сюда. Ну, ставим раздатчик. Раздатчик. Окей, лучше с красными факелами. Потому что с этим не работает. Потому что он замыкается и, собственно говоря, не работает. О боже, в этой версии баг то, что... Ну, 0.13 было удобнее перекидывать вещи в какую-нибудь ерунду. Ставим сюда редстоун. И готово. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Всем пока, до новых встреч.